Премьера спектакля «Тарас Бульба» состоялась в Нижегородском театре драмы. Режиссер Олег Липовецкий представил зрителям антивоенную постановку. На сцене он хотел показать конфликт между старым и новым мирами, историю взаимоотношений людей. Роль Тараса досталась заслуженному артисту России Сергею Блохину, Андрей Николай Смирнов, Остап Иван Старжинский. Первая читка прошла 15 января, а уже накануне состоялась премьера, которую многие ждали с нетерпением.